Searching for a time at God's Rupam. Rupam tasya praja uri purim maturim kusla. Прежде всего я предлагаю свой шаштан дандават пушпанджали, свое сердце подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупад Аштота Рашата Шри Рупа Нугачари Вари Шилы Бхактивиданты Нараяны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Param. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам у лотосных стоп моего Param Gurudeva, Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупа Нуги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all disabled Vaishnavas and Vaishnavis. В завершение предлагаю свои поклоны всем Вайшнам и Вайшнаве. Диктанам Павне до Вайшнаве Пьо Намо Намо. Гурудев ки джай! Гуру Мата ки джай!
If we want to be successful in our life, it's necessary to enter into Uttama Bhakti, transcendental devotion. Если мы жаждем успеха в своей жизни, то необходимо проникнуться пониманием того, что такое чистая бхакти, и практиковать чистое бхакти. Анья билашита шуньям, гьяна камадья навритам, анукульена кришнанушилам бхакти уттама. The continuous, uninterrupted, unbroken cultivation of all activities of the body, mind and words, which is meant exclusively for the benefit of Krishna, is called the Swarupa Siddha Bhakti. Swarupa Siddha Bhakti, чистая бхакти, то есть это постоянный непрерывный процесс культивирования всей деятельности тела, ума и чувств, направленная на благо Шри Кришны. But it will only be called Uttama Bhakti beyond the darkness of ignorance and transcendental to this world. If it is also Anyabilastasunyam, that is completely free from even the slightest scent of worldly desires. То есть сварупа сидда бхакти – это непрерывный, постоянный процесс культивирования всей деятельности тела, ума и чувств, направленный на благо Кришны. Но этот процесс сварупа сидда бхакти станет чистым уттама бхакти только, если эта практика свободна от любых посторонних желаний и также не покрыта практиками гьяны, кармы, йоги и так далее. Oh, and not covered by faith in karma, gyana, yoga. I'm a little. So, here, Anya Bilashita Shunya. No worldly desire. This is very important. Вот это очень важный момент. Отсутствие мирских посторонних желаний в нашей практике, в нашей жизни. In Gita, Sri Krishna has said, Prajati Yadakaman Sarvam Pata Manogatam. All worldly desires, they are coming from the contaminated mind. Бхагавад-гите Шри Кришна объясняет, что все мирские его желания это продукт оскверненного ума. То есть они возникают из-за того, что ум осквернен. When the chitta is steady, когда чита сознание находится в стабильном состоянии, then сочаттамма викаритвам сататвам ити чейтаса, it's free from attachments. То тогда отсутствуют привязанности. But when the chitta is disturbed, when it is oscillating, then this astita pragya, unsteady consciousness, astita pragya, from this arises calm. Но когда чита происходит, чита викар, то есть чита находится в возбужденном состоянии, то происходит состояние астита праги, нестабильного, взбудораженного сознания, и моментально начинают проявляться бесчисленные материальные привязанности и желания. So unless and until there is chitta ekagra, one pointedness, steadiness of the chitta, of the consciousness, then one cannot be Анья-биласта шуньям. До тех пор, пока человек не достигнет экагрита читы, вот этой сфокусированной, стабильной читы, то не может идти речь о том, чтобы быть свободным от материальных желаний. So the экагрита, one-pointedness of the chitta, it begins there in ништа. И вот это состояние начинает приходить к преданному, ну, становится доступной экагрита чита, сфокусированная чита на уровне ништхи. And after that in ручи. Uttama Bhakti makes its appearance. И уже на уровне ручи тогда начинает проявляться Uttama Bhakti, чистая бхакти. First the stability of the mind. Первое надо. After that the actual experience of the Swarupa, the nature of pure bhakti. Сначала необходимо обуздать ум и вот укротить все эти викары, читы, и затем уже только начинает проявляться истинная бхакти, чистая бхакти. So, why is the mind in this disturbed state? А почему ум оказывается в таком возбужденном состоянии? Purusha prakriti sto hi
Bhumtei prakritityam gunan karnasu guna sangosya sadasad yoni jamasu. By association with the gunas. Rajagun, tamagun, mode of passion and ignorance. Ум приходит в возбужденное состояние из-за контакта с низкими гунами, с энергией невежества, энергией страсти, там и самараджа. It destabilizes the mind. И влияние энергии невежества и страсти выводит ум из равновесия. Therefore, to progress in spiritual life, sadhu sangha, pure association is absolutely necessary. Поэтому главная опора нашего прогресса в бхакти — это садху санга, то есть крайне необходимо нам общение с чистым преданным. So janasangha stoloyam cha sadve bhakti vinashyati. The worldly materialistic association of the materially minded persons, asat sang, destroys bhakti. А что разрушает бхакти, это общение с мирянами, с обывателями, с материалистически настроенными личностями. Therefore, when Mahaprabhu was asked, what is a Vaishnava? Когда Махапрабху спросили, кто How can one recognize a Vaishnava? Когда Чайтанью Махапрабху спросили, кто такой Вайшнав, как распознать Вайшнава? What was Mahaprabhu's first answer? Первый ответ, какой дал на это Махапрабху? Асат санга тяг эй вайшнава ча стри санги эк а саду кришна а бхакта а. The first quality of a Vaishnava is асат санга тяг, to give up the association of a materialistic person. Первую характеристику вайшнава, которую дал Чайтанья Махапрабху, асат санга тяг, то есть тот, кто избавился от материалистического круга общения. So those that materialistic association, asat sangha, is of two types. Stri sangi ek asadu, one person who is asat is a stri sangi. Those who are attached to lust and illicit association with the opposite sex. То есть существует две категории дурного общения. Первая категория асад – это стри санги, те, кто привязаны к противоположному полу, постоянно испытывают вожделение и вот ухлёстывают постоянно за кем-то. And the other, ek asadu krishna abhakta, and those who are not devotees of Krishna. Everyone who is not a devotee of Krishna is also. То есть две вот эти категории асад санги – это вожделенцы всякие и те, кто не испытывают никакого интереса к Кришне, то есть материалисты. Even though they may be dressed as a sadhu and they may be renounced from this world, but if they're not devotees, if they are mayavadis, impersonalists, then this is very dangerous association. То есть нужно понимать опасность асад-санги, что человек с виду может быть даже казаться как личность, интересующаяся каким-то просветлением, какими-то самореализациями, но если этот человек майавади, если он имперсоналист, как бы он ни был одет в одежды садху, какие бы у него тилаки не были на лбу, все равно он является дурным общением для вайшнава. So we see very often, when a person comes into the line of pure devotion, then they very easily they lose taste. They don't want to associate with any mayavadis, impersonalists, who think that the everything is one and the absolute truth is only Brahman, light. Опыт показывает, что когда человек соприкасается. Having no form, no personality, no relationships. Опыт показывает, что когда человек соприкасается с учением чистого бхакти и с практикой чистого бхакти, он быстро теряет интерес к общению с всякими там такими йогами, имперсоналистами, те, кто верит, что у Бога нет личностного аспекта, что это какое-то сияние, энергия, там шар света и так далее. So once the tilak is going this way, как только тилак, then the person generally doesn't associate with people with the tilak this way. То есть как только у человека на лбу появилась вертикальная тилака, он утрачивает интерес к общению с теми, у кого горизонтальные тилаки. The impersonalists. То есть имперсоналистами. But even having tilak this way. Но даже если у вас вертикальная тилака. But still, the living energy is coming in the line of devotion. But they don't give up stri sangha. Все же человек может сходить из тилакой вертикальной, вроде верить в Бхагавана Шри Кришну, но все же он не справляется с привязанностью, увлечением к женщинам или с общениями с теми, кто привязан к
всяким этим делам. Sri Sangha means the association with attachment in the with the spirit of enjoyment with the woman. And so that is aimed at men. Sri Sangha is very bad. And for the ladies, the other way around. So if when you take Sri Sangha, when the ladies say Sri Sangha, you should take Purush Sangha. То есть тут речь, когда сам термин «стри санга» подразумевает общение с женщинами «стри», то есть, но с нехорошей такой подоплекой, то есть с страстными всякими там влечениями. И, ну, понятно, это работает и в противоположном направлении, то есть когда вы, женщины, слышите, что говорится «стри санга», то на себя тоже принимаете что-то «пуруша санга», привязанность незаконно или неправильно по отношению к противоположному полу. And even more dangerous than that. Что еще опаснее, чем стри санга? Is the association of a person of your own gender, but who has attachment to the lust. Что страшнее и опаснее стри санги, то есть вот этого постоянного влечения к противоположному полу, это общение или близкая дружба с представителем собственного пола, но который страдает этой проблемой, постоянно его куда-то или ее тянет. Why? Because you may be very polite. Почему? Потому что вы сами можете быть очень вежливы. You may see every older woman like your mother, every contemporary like your sister, and every young woman like your daughter. Вы сами, мужчины, например, вы можете быть очень культурными, порядочными людьми, вы можете относиться к каждой женщине как или как матери, или как к сестре, ну там ровеснице, или к девушкам помладше себя, как к дочерям. But by association with a person who is lusty, then by associating with them, their qualities become reflected into our consciousness. Но вы быстро потеряете свою порядочность, если вы будете общаться. So they become more dangerous than the association of women. С мужчиной, который постоянно страдает этой проблемой влечению противоположному полу, и вы быстро этой энергетикой этого человека осквернитесь, и это еще опаснее для вас, чем самому общаться с противоположным полом. So immediately, when either physically or mentally there is illicit association, then what happens? Astita pragya. The mind becomes turbulent. And not one desire, many, many desires appear. То есть нужно понимать, что если происходит недозволенный физический контакт с противоположным полом, или даже это ментальный контакт в ваших фантазиях, там, мыслях или виртуальное что-то, все равно тут же происходит постоянно, тут же сдвиг, вот это чита-викара, чьи-то приходит возбужденное состояние, и у вас начинаются бесконечные желания, сильные там страсти, привязанности и так далее. And especially if a person, they have renounced this world. Ну что еще важно, если человек уже отрекся от этого мира, он отрешен. Given up a wife and family. Если у него нет жены и детей. But they don't have sadhu sangha. Но если у такого человека нет доступа к саду санге, или он не пользуется возможностью общения саду. Then by not associating devotees and also trying to renounce the world, they become strangled by millions of desires. То такой человек в очень опасной ситуации, потому что это получается как ложное отречение, отрешенность от мира. То есть у него нет подпитки духовной, и он пытается репрессировать, подавить свои привязанности, и он как в удавке оказывается. And they will misbehave in such a way from which even the most hardened criminals of the material world will recoil in disgust. Вот такой человек начинает проказничать таким отвратительным образом, что даже самые там закоренелые преступники будут с отвращением там плеваться. Узнав о таком поведении. That's why it's seen. It's very often seen all over the world. Это many, many cases. Сколько раз? The person именно who tries to be the most spiritual and the most detached ends up being the most misbehaved, worse than the common people. Сколько примеров есть тому, вот такие псевдоотреченные там личности, которые пытаются перегнать других в духовности, они потом позорятся гораздо больше, чем те, кто тихо едет дальше. Дальше будет, то есть такие случаи, примеров очень много вот этого ложного отречения. So only by sadhu sangha can the living entity be delivered. Поэтому только истинная опора, вот, помощь в отречении настоящем, это садху санга, это единственное спасение для всех. Now, if the mind is being disturbed by worldly attachment, если ум взбодоражен мирскими привязанностями, then our Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has come
to save us. Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур пришел спасти нас всех. He has written a most astonishing purport in his commentary to Chaitanya Bhagavata. Он написал потрясающий комментарий на Чайтанья Бхагавату. Where he has given the example from the first, second, third, fourth, fifth, all the canto to the 12th canto of Srimad Bhagavatam, every example cutting the attachment for the asat sangha. И в этих комментариях на читание Бхагават Прабхупада Сарасвати Такур, он приводит примеры из всех песен, с первой по двенадцатую песен Шримад Бхагаватам, приводя иллюстрации, примеры вот этого опасности асат-санги, в особенности, в частности, стри-санги. So this week is Julan Yatra. На этой неделе мы с вами празднуем Джулан Ятру. Very beautiful pastimes of Radha and Krishna. Будем слышать очень сладких лилах Радхи и Кришны. And Sri Rupa Goswami Pada's disappearance. Также день ухода Рупа Госвами Пада. But bhakti is like a garden. Но бхакти подобно саду. You have to take care of it very carefully. Садовод должен следить за своим садом, огородом. And even before you can make a garden. Даже до того, как разбить сад. If there's only jungle. Если у вас джунгли только там или какие-то заросли. First you have to do some jungle cutting. Надо прорубить сквозь эти джунгли. Cut the jungle, then you can make a garden. До того, как вы можете там развести что-то, посадить. So our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Наш Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Такур. In the beginning of his Chaitanya Bhagavat commentary, there is there's a description of the Rasa Lila of Baladev Prabhu. В начале комментария на читание Бхагавата там идет речь о Раса Лили Баладева Прабху. And in that context, Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur is cutting away at the mind's attachment for asat sangha. И преподнеся вот эту лилу, Баладева Раса Лилу, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур вот так жестко прорубает джунгли всякой скверной, всех анарх в сердце и в уме, чтобы прочистить пространство там. So, this commentary is quite a masterpiece. Это шедевральные комментарии. And we'll begin it now. И мы начнем. We'll try to finish before 9 o'clock tonight. Мы сейчас начнем слушать эти комментарии. К 9 вечера, надеюсь, мы закончим. Yei Sri Sangha Muni Gane Karina Nindam Tanrayo Rame Rarase Karina Stavam. Vrindavana Thakur is saying, the sages have condemned Sri Sangha, the association of women. Yet they glorify Lord Balaram's association in the rasa dance with the gopis of Vrindavan. Vrindavana Das Thakur говорит, что мудрецы порицают общение с женщинами, стри-сангу, но при этом они восхищаются и прославляют танец Баладева Прабху в Раса-лиле с гопи. Why? Because Krishna's gopis and Balaram's gopis, they are not stri, they are not women. They are Krishna or Balaram, in the case of Balaram, their own Swarup Shakti, manifestation of their own spiritual energy, not different from their own form. И почему такое двоякое отношение у мудрецов? Во-первых, потому что гопи Кришны и гопи Баладева Прабху — это не стри, это не женщины, это их личная шакти, проявление их внутренней энергии. But any female no, in this world or male in this world is not your Swarup Shakti. Но нам нужно понимать, что в этом мире ни одна женщина, ни один мужчина не является чьей-то Сварупа Шакти. So, therefore, one type of association, that is Krishna Balaram's Rasa Lila, this is to be praised. Поэтому нужно понимать эти градации, четкие категории, то, что касается общения Кришны. But the other type of association и Баларама с гопи is to be criticized. А то, что происходит среди смертных простых, это порицаемо, вот незаконное общение между... So, Shukadeva Goswami, he has... In Srimad Bhagavatam, Canto 2, the verses are coming. Вторая песня Srimad Bhagavatam, Шукадева Госвами рассказывает. He says to Parikshit Maharaj that
the lifetime of an envious grihamedi, someone who's attached to their household. Он говорит, жизнь завистливого грехометхи, то есть обычного обывателя семьянина. He passes his day just trying to make money. Завистливый грехомеди проводит свой день, пытаясь заработать денег. And he passes his night just sleeping or having sex. А ночи проводит в дреме или занимаясь сексом. In this way, he's losing his whole valuable human form of life. Таким образом, понапрасну он растрачивает бесценную жизнь свою. In the next verse, deha patya kalatrarishu atmasaine sasatyopi tesham pramatanidhanam pasyan api na pasyati. He is this person who is attached to worldly life is devoid of atmatattva. He never thinks, who am I? Who is the self? Материалистичный человек вообще ничего не смыслит в понимании атма-таттвы. Он даже не понимает, кто он сам. He's talking all the time with others. Постоянно человек проводит время в праздных разговорах со всеми. Простая болтовня. But the Кошитаки Упанишад said, Навачам виджиджасита вактрам видьят. Don't try to understand the words that people are saying. Try to understand who the speaker is. Which Upanishad? Кошитаки Упанишад. Кошитаки Упанишад говорит, не пытайтесь понять слова, постарайтесь понять, кто их повествует, кто говорящий, кто автор этих слов. Everyone is talking nonsense. Потому что повсюду сплошные бредовые разговоры звучат, это ересь везде. But no one has interest. Where is this speech coming from? Who's the speaker behind the sense object that we see? There's a soul inside. Постоянно разговаривают, но никто не пытается понять, кто истинный говорящий, там, что никто не размышляет о существовании души. So because the materialistic person does not inquire who is the speaker, what is the nature of the self, therefore they are patta kalatrarishu atmasane sasatsopi. They think that their life will be successful and they will be protected by their own this physical body and their wives, husbands, children, family members. Обывателю не интересно понимание природы души и своего истинного я. И обыватель живет в ложных таких фантазиях, самообмане, думая, что он находится под какой-то защитой, которая предоставит ему там security, собственных денег, семьи, там жена или муж друг друга защитят. Вот такие идеи движут людьми. Sanyeshu means in the soldiers, fallible soldiers. Sanyeshu, что у него есть уверенность в солдатах, там, в армии, допустим. Just like a king, he's sitting on the throne, and someone attacks his kingdom, but he thinks, oh, no problem, my soldiers will take care of it. Как царь сидит на троне, и он получает новости, что кто-то там штурмует границы его царства, но он думает, ничего страшного, мои солдаты защитят меня, мои армии. Yeah, like just now the Prime Minister of Afghanistan. Как сейчас в Афганистане происходит. And when he was attacked, all the soldiers, they dropped their guns and ran away. Он был полон уверенности, что солдаты защитят, но когда произошла атака, солдаты разбежались в разные стороны. So that is called fallible soldiers. Это называется ненадежная армия. We are thinking, oh, my body will protect me, my husband, my wife, my children, everyone will protect me. У нас такая же уверенность в этих ненадежных солдатах в форме нашего тела, своих друзей, родственников, там, мужа, жены. Мы думаем, да, меня защитят, за меня заступятся, все будет хорошо со мной. But death is coming. Но смерть-то недалеко уже, она приближается. All worldly shelter and security will fail. И все вот эти формы защиты мирской security, они совершенно ненадежны, они не оправдают нашего доверия никак. Shukadev Goswami is speaking to Parikshit Maharaj. He himself was the emperor of the whole world with big armies. But now he was cursed to die in 7 days. Кому обращены эти слова, вот эти отрезвляющие слова Шукадева Госвами? Они обращены к великому императору мира Парикшит Махараджу, у которого были огромнейшие армии, все виды security, защиты, и сейчас этот человек сидит перед ним, обреченный умереть через
там 6 дней, получив проклятие Брахмана. So seeing his impending death, Parikshit didn't take shelter of any worldly things. He took shelter of Sadhu Sangha. Как только Парикшит Махарадж понял, что грядет смерть скорая, он не стал обращаться за помощью в ненадежные там источники Form Security, он сразу пошел к Sadhu Sanghi. So here Shukadeva Goswami is saying, Tesham Pramatanidhanam Pasyam Apina Pasyati. The worldly minded person is a Pramata. That means in a state of distraction. Шукадева Госвами говорит, что обыватель постоянно находится в состоянии, в отвлеченном, у него рассеянное сознание, внимание постоянно. Прамата means Прамата. Distraction. То есть он отвлечен. Or also intoxication. Или можно сказать, охмелен. Instead of focusing on the essence of life, who am I? Why I am in this world? Who is God? How can I find God? They're distracted by television and sports and whatever. То есть человек не пытается вникнуть в суть главного происходящего, зачем он родился, кто он, что его ждет в будущем. У него нет, у него телевизор, друзья, работа, газета, интернет, там семья и хобби. So nidana means destruction. Nidana. Pasyam api. Nidana. Pasyam api na pasyati. Even though they can see their own destruction is coming, but they cannot see. Pasyam api na pasyati. They see, but they don't see. И странное происходит, как аномалия. Человек вроде понимает, что он бренный и тоже смерть. Его коснется, но при этом он этого как и не видит. Как вроде и знает, и не знает. My grandfather died. Вроде все налицо факт. Дедушка умер, died. Папа умер. Now my hair is going gray. Смотришь в зеркало, уже седина в бороде там. But I will not die. Но при этом какая-то глупая уверенность, что я-то не умру. Pasyam api na pasyati. They see everyone dying. But they don't see. Pasyam api na pasyati. То есть он видит вокруг, да около все умирают, но думает, что как-то это с ним не произойдет. Why? Because pramatta, they are in a state of distraction. Oh, my wife, my children, my house, my dog, my cat. И как вот этот самообман протекает? Каким образом вот это происходит? Это потому что он отвлечен, отвлечен. О, женушка там, родственнички, детки, кошечка моя, собачка любимая там. То есть и пояс у него все что-то, все на внешнее. Now come to the from the second canto to the third canto. Услышим сейчас, что гласит третья песня Шримад Бхагаватам. Here, Lord Kapiladev is instructing his mother Devahuti. Это наставление Господа Капиладева маме Девахути. He said, if a living entity, associates with sensually minded people and the path of unrighteousness. Если живое существо будет общаться с неправедниками и вовлекаться в недостойную деятельность. If he associates with persons who are always interested in sexual things. Если человек общается с теми, кому постоянно интересен секс. And eating tasty food. И только всякие услады чувственные, там как покушать. Then by that association. Then he will go down. Из-за такого общения to hellish existence. Скатится до адского уровня бытия. By that materialistic association, he becomes devoid of truthfulness. Человек начинает терять правдивость, порядочность из-за такого общения. Cleanliness. Чистоплотность теряет. Compassion. Он теряет сострадание. He becomes frivolous and loses gravity. Становится фривольным, совершенно несерьезным. This is very important. When the mind is steady, then a person has the seriousness. Это важно, вот эта фривольность, следить за этим, потому что когда сознание, ум спокойный, в равновесии, то человек серьезен. But when the mind is он серьезно настроен.
then the person becomes very frivolous. Но турбулентный ум создает эту фривольность. And fascinated by completely trivial and meaningless things. То есть появляется какой-то детский, глупый, инфантильный интерес к всему тривиальному, не настоящему вообще. By materialistic association, one loses his spiritual intelligence. Из-за материального влечения человек начинает терять. Из-за материального общения человек теряет свой духовный фокус, то есть свои духовные знания. One loses a shyness. Человек теряет сияние свое, то есть перестает светиться. Then all the ladies, they start walking around in very short skirts. Вы замечаете, мини-юбки появились, у женщин укорачиваются там юбки. Что? Oh, you said shame? Yeah, shyness. I thought shining like you lose your luster. Человек начинает терять стыд, то есть юбка становится у женщины все короче и короче. The person becomes loses the power of austerity. Человек теряет аскетичность и теряет плоды своих аскез тоже. Cannot fast on Ekadasi or the holy days. Janmashtami, Nrisinga Chaturdasi. Человек становится слабым духовно, он теряет способность соблюдать посты, соблюдать какие-то обеты, у него нет уже сил никаких на это. That person will lose his fame. Он опозорится, репутацию потеряет. He'll become full of a spirit of vengeance, unable to have forgiveness for others. И под сам человек станет злобным, он будет мстительным и неспособным прощать. Ему всем захочется мстить всем. And he'll lose control of his own senses, and his mind will go out of control. Значит, человек такой, он уже потеряет полностью контроль над чувствами и над своим умом. Therefore, Kapil Dev is telling his mother, one should not associate with a coarse fool who is bereft of knowledge of the self. И посему, говорит в завершение Капил Дев, человек, людям не следует общаться с глупцами, которые не сведущи совершенно в науке самопознания. And who is nothing more than a dancing dog. Не надо общаться с дураками, подобные. Who is taken for a walk by a woman. Не надо общаться с человеком, который подобен собачке там на поводке у женщины, глупой танцующей собачке. Nowadays these little white vanity dogs, you know. Вы видите, сейчас популярны эти маленькие всякие баллоночки, там собачки. Especially during the lockdown. Особенно я заметила во время локдауна, там появилась мода на питомца такого. When I was staying in Dubai, there, for some time, they locked everyone down. And then many people became lonely, and they all got a little dog. Когда я навещаю Дубай, за год я заметил, что вот за этот год локдауна, когда людям не давали выходить... It was very big business for these, those who were breeding these все dogs. Все завели себе собачку, беленькую именно. И это, видно, хороший бизнес был для собаководов. So, if you have worldly association and your mind and senses become out of control, then you become like that vanity dog. Если вы общаетесь вот с такими... Taken here and there by a woman. Вот такими глупцами, то вы сами станете как эта глупая собачка на поводке у женщины, она будет вас там дергать. Браво, браво. Молодцы. Поздравляем всех. So then, Kapil Dev said, this was. И Капила Дев произнес вот этот стих, очень важный. Ната тасья бавен мохо бандас чанья прасангата йоск сангаде. The meaning is that the infatuation, the moha. Моха, вот плененность. Бандас ча, and the bondage of karma. И вот эта кармическая удавка, вот кармические узы, which accrues to a man from attachment to any object, that bondage and that bewilderment is not as complete as the bondage and the bewilderment that comes from the association of woman or the association of a person who is attached to woman. То есть для мужчины нет более опасной кармической удавки и более опасного плена, чем привязанность или к женщине, к женщинам, или к тем, кто постоянно пленен женщинами. То есть вот это нет более сильной привязанности в мире и более опасной. So that is Yosit Sangha, means association with a woman, and Tatsangi Sangha, association with a person who is attached to a woman, is worse.
То есть вот Йошит-санги или Стри-санги, само общение с женщинами не настолько опасно для мужчины, чем общение с другим мужчиной, который привязан к женщинам. And it, association works both ways. И это работает и в сторону женщин, то же самое. Тулеявана лавана пи насвагам напунабхавам бхагват-санги сангасья матьянам кимутащися. When the Prachetas had the darshan of the Supreme Lord Himself, когда прачеты узрели Верховного Господа, He said, I'll give you a benediction. Ask for a benediction. Он сказал им, я готов дать вам любое благословение. Что вы хотите от меня? They said, Oh my Lord, we are the residents of this plane of birth and death. Прачеты сказали, Господь, да мы же жители этой сферы, этой бренной сферы смертных. So what benediction can be given to us? Because whatever worldly benediction you give, it will be over in a moment. Какое благословение мы можем попросить, если любое благословение, какого бы ты ни дал нам, оно, ну, закончится через мгновение. Бхагват санги сангасья матьянам кимутащися. So please give us the Бхагват санги, the association of your associate. Поэтому дай нам, пожалуйста, возможность общения с Бхагават санги, с твоими спутниками. Just as the association with a person who is attached to women is more detrimental than association with a woman, in the same way, the association of a Vaishnava who is attached to Krishna is more beneficial than Krishna. Какой любопытный пример, подобно тому, как общение с мужчиной, который вожделенец по природе, это более опасно для мужчин, чем общение с самими женщинами. И аналогичным образом общение с спутниками Господа, но более благотворно для человека, чем общение с самим Господом. Krishna is supreme enjoyer. He will not teach you how to serve him. But if you associate with Krishna's associates, then by their association, the spirit of loving Krishna manifests very strong. Сам Кришна, он верховный наслаждающийся. Как он сможет вас научить служить ему толком? То есть гораздо полезнее общаться с теми, кто знает, как ему угодить и как ему служить. So the Prachetya said, Tulayavala naapi, na swargam na punabhavan. That association with a Vaishnava, with a sadhu, even for lover, one fraction of a second, it cannot be compared. Actually said, do not compare with the attainment of Swarga, heaven. То есть Кришна говорит, что не вздумайте сравнивать даже мгновение общения садху с возможностью быть в раю. Это даже несравнимые категории вообще. That means all pious activities, all yagyas, all austerities by which a person may go to heaven. This sadhana should not be compared with the sadhana of just associating with the Vaishnava for a second. Because by their association, bhakti will come and one can go to Goloka Vrindavan. То есть нельзя приравнивать даже мгновение общения с садху, потому что те невероятные возможности, которые предоставляет даже лава одно мгновение общения с садху, несравнимо с садханой, которая предоставляет возможность отправиться в рай. На свагам, на пунабхавам. It should, the association of a Vaishnava, don't even in your dreams compare it to the attainment of liberation. То есть саду санга, даже мгновение общения с саду нельзя сравнивать даже во сне в своем с мукти. Why? Because in mukti, in liberation, one cannot experience the madhuryamayi prem seva. Потому что мукти. The ananda, the joy of sweet loving service. Потому что мукти не предоставляет возможности сладостного служения Господу. Ананда мои према севы там нет. So don't dare to compare. Даже не смейте. Going to heaven or even being liberated with one fraction of a second's association with the sadhana. Не смейте сравнивать даже не вот эту садхану, которая там не кармаканды, ни никакую садхану там йоги гьяны, даже с моментом общения с садху. Then, now we continue. Kapil Dev is instructing Devahuti. То есть мы дальше продолжаем слушать наставления Капила Дева, матери Девахути. He said, even Lord Brahma
became attracted to his own daughter. Капил Дев говорит, даже сам Брахма испытал влечение, то есть искушение, влечение к собственной дочери. So, anyone here related to Brahma? Тут есть родственники Брахмы? Yes, everybody in the universe, because all the living entities have come from Lord Brahma. Тут вся родня Брахмы, потому что все мы от него происходим. So remember, you have been created by that person. Поэтому помните, who became bewildered and was lusty for his own daughter. Помните, что сам наш пращур впал в такое искушение недостойное, как влечение к собственной дочери. So all entities created by Brahma, namely men, demigods, animals, none of them except for the sage Naranarayan Rishi. No one is immune to the attraction of Maya in the form of a woman. Поэтому нужно понимать, что все порожденные Брахмой и деваты, и смертные люди, и животные, птицы, все за исключением Наранарайана Риши, все с этим изъяном. У нас есть, у нас нет иммунитета против этого соблазна Майи, влечения противоположному полу. So actually, Kapil Dev is speaking this to his own mother. И Капил Дев кому рассказывает эти наставления? Он собственной маме. Девагути. So that is the his pastime. She is his mother by pastime, but he is Bhagavan, and she is. То есть это вот предостережение, которое Бхагаван дает Девагути, которая в этой лилии играет роль его матери. So then, Kapil Dev said, "Just try to understand the mighty strength of my Maya." In the shape of a woman. И он предостерегает, говорит, ты просто осмысли, задумайся на мгновение о мощи, о силе моей Майи, которая предстает в форме женщины. Only by the movement of her eyebrow she can control the emperor of the world. То есть просто движением изгиба брови. And keep him in her grip. Она может пленить, покорить там императора всего мира, и он будет ее пленником всегда. Therefore, one who aspires to reach the culmination of yoga. Поэтому тот, кто стремится к совершенству в йоге, and one who has realized the self by rendering service to me, should never have the sangha association of an attractive woman. И поэтому тот, кто тоже осмыслил высшую истину, совершая служение мне, должен старательно избегать общения с привлекательными женщинами. Because the scripture declares that such a woman is a gateway to hell. Потому что шастра говорит, красивая женщина это врата в ад для садака, то есть для того, кто, ну, для практикующего преданного. Mm-hmm. So just as a person was wandering in the forest. Подобно тому, как человек, который гулял по лесу. And there was an old well which was grown over by grass. Подобно тому, как человек, который заблудился в лесу, шел и наткнулся на заброшенный колодец, который уже зарос травой. So he was wandering and he didn't see it and he stepped on the grass and fell through and fell down to the bottom of a deep well and now he cannot get out and he will die. Провалился в этот колодец, просто встал туда, где уже просто трава скрывала эту дыру, и свалился туда, в глубокий колодец. So in the same way, one should see that if a woman approaches you and wants to do some service, then accepting this service is the same as falling down the well. Поэтому, мужчина, вы должны понимать, если приближается к вам женщина и желает чем-то вам послужить, что-то предложить, это вот этот колодец, скрытый травой, в который вы сейчас бухнетесь головой. So accepting service принимать служение is exactly the same as falling to the bottom of a well. Такое принимать служение, то есть от противоположного пола, это вот равнозначно тому, что грохнуться головой в этот колодец. Then, a living entity who fell down the well in his previous life. Живое существо, которое упало в этот колодец в предыдущей жизни. In his next life, takes birth as a woman. В следующей жизни уже рождается в форме женщины. So after, if you on this side of the room don't follow what I'm saying, next life you'll be sitting on this side of the room. Поэтому те сидящие по эту сторону от меня, если вы сейчас не прислушаетесь к тому, что я вам говорю, в следующей жизни вы будете сидеть по ту сторону зала. So then
When you are sitting on that side of the room. И когда вы уже будете там сидеть. Then Kapil Devi is saying, then that foolish woman will look on the form of a man, her husband, and think, oh, he is my maintainer, you give me house and money and children and everything. В форме женщины, эта глупая женщина смотрит восхищенно на своего супруга. Ты мой дрожащий, любимый, ты все ты меня обеспечиваешь, заботишься обо мне. A woman, therefore, should consider a husband, a house, and her children to be the arrangement of the external energy of the Lord for her execution. Поэтому женщина должна понимать, что ее муж, ее там все окружение домашнее, вся ее ситуация – это просто такая уловка Майи, сделанная для того, чтобы уничтожить ее. Should think that что-то гильотина для нее. That oh, the sweet voice of her husband and children. Она this is like the flute playing of a hunter. Женщина должна понимать. In the forest, who is trying to catch a deer. Женщина должна понимать, что завораживающий голос ее мужа и радостный писк ее детей – это флейта охотника, который заманивает оленя поближе к себе, чтобы выпустить в него стрелу. The deer listens to the nice flute music. Олень, он слушает, прислушивается к этому звуку флейты. And is no longer aware of what's going on, then the hunter comes and kills the deer. И уже он теряет, он не чувствует опасности, он полностью такой открывается, испытывает доверие, и в этот момент охотник стреляет в него. So then, now we come from the third canto to the fourth canto. No, I'm not. I didn't put all the verses there, otherwise. I'm coming to the fourth canto. So here, Narad Muni gives instructions to Maharaj Prachinabahi. Narada Muni дает наставление. Мы сейчас слышим, мы не смотрим на туда, мы слушаем просто стихи четвертой песни, наставление Прачинабахи от Narada Muni. Четвертая песня Шримад Бхагаватам. So there, you know that Narad Muni described this history of Puranjan. Это вы знаете, что Нарада Муни поведал историю о Пуранджане. So this is an allegory. История Пуранджанганга это аллегория. Pura means city. Pura значит город. And Jan means a person. Jan это человек. So Puranjan, the person who lives in a city, that means the soul. In Bhagavad Gita, Krishna said, the soul lives in the city of nine gates. То есть это аллегория. Пуранджан это живущий в городе, то есть душа, как Кришна объясняет, что это тело, это город с девятью вратами, и душа живет в нем. And the king entered into this one city with nine gates. В этой истории, поведанной Нарада Муни, царь зашел в один город, в котором было девять врат. And met very beautiful woman there. И в этом городе он повстречал неописуемую красавицу. And became attached to her. И влюбился в нее сильно сразу. In this allegory, that woman was actually your own buddhi, material intelligence. В этой аллегории эта женщина символизировала человеческий интеллект, будхи. So, following his material intelligence, he was enjoying in that city. But the city was attacked by an enemy. That means time comes and gradually destroys the body. И пленившись, то есть интеллектом, Пуранджан наслаждался в этом городе, не заметив, что со временем город атаковало время. То есть начинается расстарение, процесс разрушения тела. And Пуранджан. When the last moment of his life came, he remembered his wife, and in the next life, Puranjan became Puranjani. И так как последние мгновения жизни он думал только о своей любимой жене, то в следующей жизни он воплотился в женском теле, стал Puranjani. So, Narad Muni instructed King Prachinabahishat about the history of Puranjani, but he also gave another example. И Нарада Муни, он давал наставление тому царю Прачинабахату, но привел еще один пример, кроме Пуранджана, истории.
He gives the example of a deer. Он рассказал историю об олене. A deer is in the forest. Олень шел по лесу. And there are many blossoming flowers. Там было очень красиво в лесу, повсюду цвели цветы. And the bumblebees are humming. Радостно жужжали шмели везде. But in front of the deer, there is one tiger. Но перед оленем оказался тигр. Mm-hmm. And behind the deer is a hunter. А за оленем стоял охотник. But the deer is so much enjoying the fragrance of the flowers and the humming of the bumblebees that the deer doesn't see the tiger in front and the hunter behind. Но безмятежный олень был настолько охмелен вот этой романтической атмосферой в лесу, он там прислушивался к жужжанию шмелей, вдыхал аромат цветов, что он даже не видел, что перед ним прячется тигр, а за ним уже в него целится охотник. So Narad Muni said to Prachina Bahishat, "Oh, you are like that deer." И Нарада Муни сказал царю, ты и есть этот олень. That means surrounded by danger on all sides. Ты окружен опасностями со всех сторон. People think if the sun is shining that they have a cool drink and they can relax by the pool. Oh, life is so nice. No. Even in that situation, everyone is like that deer, surrounded by danger. Обычно людям кажется, если светит солнце и в руках у тебя стакан с лимонадом, то жизнь прекрасна. Но на самом деле даже при самых таких благотворных внешних обстоятельствах мы в вечной опасности находимся, как этот олень. So Narad Muni explained in this example, the deer is sniffing the flowers. Нарада Муни говорит, ну вот посмотри, этот олень сейчас там предвзят ароматом цветов. So in this allegory, the flowers mean the association with a beautiful woman. Цветы в этой аллегории — это общение с женщинами. Because a flower on day one and two looks very beautiful. Потому что свежие цветы, они выглядят великолепно. Там вот только срезали их, там первый, второй день они стоят в воде, они такие красивые. But by day three, four, но на третий, четвертый день so much. Они уже не настолько привлекательные. And then after a few days it's disgusting. А там уже 5-6 дней прошло, уже противно смотреть на них. So here, in front of the deer, there is a tiger. That means kaal, time. Вот перед оленем стоит тигр. Тигр — это время. Very powerful. No one can stop the movement of time. Всемогущее время. Никто ему противостоять не может, остановить его. And behind the deer is the hunter. That means Yamaraj, the god of death. А за оленем стоит охотник, то есть бог смерти Ямарадж. So Narad Muni said, Your Majesty, O King Prachinabahi, Ваше Высочество, царь Прачинабахи, please try to understand the position of the deer. This is you. Пожалуйста, задумайтесь об этой ситуации с этим оленем, потому что вы есть этот олень. And give up all your engagement in fruitive activities, because this king was always performing yagyas to try to go to heaven. Поэтому, пожалуйста, and there he could enjoy with the apsaras in heaven. Пожалуйста, прекратите свою плодотворную эту вечную деятельность, свою вот эту предвзятость с кармакандой ягьями, что вы так рветесь на райские планеты там наслаждаться с апсарами. Прекратите все это. So then, also you can see in the fifth canto there is a history of King Priyavrata. Далее в пятой песне Шримад Бхагаватам поведана история Приеврата, царя. And though he was a great soul, he was living his life outwardly like a sense enjoyer. Несмотря на то, что он был великой душой, внешне он жил как обычный обыватель. Mm-hmm. But then, after some time, he realized, and he began to lament. Но позже он стал каяться, он осмыслил, как глупо он живет, прожигает жизнь, и он стал каяться. King Priyavrata. Царь Приеврата. 5.1.37. He began to condemn himself. Он стал каяться. Alas, alas, how condemned I am because of my
absorption in sense gratification. Как жалок и порицаем я из-за того, что я все время привязан к чувственному наслаждению. I have fallen into this world of material enjoyment, exactly like a person has fallen down a well. Я провалился в это болото всех мирских привязанностей, подобно человеку, который свалился в колодец. But now I've had enough. Ну хватит, с меня хватит уже. Everyone say, I have had enough. Все скажите, хватит с меня. I am not going to enjoy anymore. Не буду я больше наслаждаться. Приобрата. He's making a Приобрата. Видите, брат такой дает, обед дайте себе. Just see how I became like a dancing monkey in the hand of my wife. Он говорит, фу, какой позор, я стал там препятствующей обезьянкой, как бы питомницей своей жены. Srimad Bhagavatam has very good insults. У Шримад Бхагаватам много острых словечек. Before it was dancing dog, now много эпитетов там сладких таких, и танцующая собака, и плясующая обезьяна. So King Priyavrata, he gave up the enjoying spirit. Priyavrata уже решил, хватит с меня быть обезьянкой, я не хочу больше так жить. Ехи санспаршаджа бога, дука йоная эйвате. The contact of the senses with the objects is actually not a cause of happiness, it's the cause of suffering. Потому что контакт чувств с объектами чувств – это не причина радости, на самом деле это порождение всех страданий. Even when we come to the path of Krishna consciousness, when at the beginning we think of Krishna like he's a sense object. Даже в начальных этапах нашей практики бхакти мы все равно считаем Кришну, мы относимся к нему как к объекту собственных чувств. And this is why a person cannot chant so much. По привычке, из-за нашей обусловленности, поэтому человеку трудно долго воспевать много. Because, oh, Krishna is so nice. Потому что мы думаем, Кришна такой интересный. Yeah, but I don't like chanting so much. Кришна мне нравится, но вот это джапа мне не очень привлекает. This Krishna they're attracted to is actually one vikalpa. Imagination of Krishna. Вот для таких людей тот Кришна, который им, видимо, очень нравится, на самом деле фигмент их воображения, это викалпа для них. Who can be enjoyed? Потому что им хочется наслаждаться этим Кришной, он такой интересный. But actual Krishna is this mantra. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Настоящий Кришна это и есть Харинама, святое имя. And Krishna is not our sense object for enjoyment. We are to be enjoyed by Krishna. Нужно понимать, что он не объект нашего наслаждения, а мы объекты, которые должны угодить ему. То есть мы объекты наслаждения, не он. So when a person has celebrity, the mood of service towards Krishna's holy name, and offers himself to see Krishna, and Krishna enjoys the service of that devotee, then the soul automatically experiences Paramananda. Когда человек проникнется сева врити, духом служения, святым именам Кришны, будет воспевать их, и это порадует Кришну, и когда Кришна доволен, душа автоматически начинает испытывать Парамананду, блаженство. So if you think, I love Krishna, but I don't like chanting so much. This Krishna is not Krishna, that's your vikalpa. Поэтому если the holy name is Krishna. The degree to which we love chanting the holy name, that is the degree to which one loves actually Krishna. Поэтому если вы думаете, что вам нравится Кришна, что вы любите Кришну, но не особо вам нравится воспевание святых имен, то понимаете, что тот Кришна это просто фигмент вашего воображения. Что воистину наша любовь к Кришне измеряется той степенью, в которой мы привязаны к воспеванию Харинамы. Сейван мухи джива адоу свайамейва спратьяда. And if one approaches the holy name in a mood of service, then Krishna reveals himself. Потому что если мы относимся к святому имени с духом служения, сева врити, то Кришна обязательно явит себя нам. Now, we're coming to Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5. Srimad Bhagavatam, 5th chapter, 5th verse. One Shaktivesh incarnation of the Supreme Lord, that is Lord Rishabhadev. Господь Ришабдев, Шактивеш аватара Господа. He was the emperor of the world.
Он был императором всего мира. And he was just about to renounce his kingdom and go to the forest. И он готовился уже отстраниться от царских дел, то есть готов был оставить престол и удалиться в лес. So before leaving, he gave instructions to his 100 sons. То есть он готовился завершить все свои мирские дела, и он дал наставление своим сыновьям. У него было 100 сыновей. You can imagine, if you are a father and you have sons and you're never going to see them ever again in this life, how you instruct them, the last instructions, with so much affection. Представьте себе, поставьте себя на его место, представьте вот ваша прощальная встреча с вашими сыновьями, потому что больше вы их не увидите, сколько любви вы вложите и заботы в свои слова, в свои вот эти прощальные напутствия им. Desiring their ultimate welfare. Жажда для них лучшего в жизни и высшего блага. So Lord Rishabdev said, it is the verdict of all the scriptures and all great personalities that by serving a pure Vaishnava, one, the door to liberation becomes open. Ришабдев сказал, что вывод всех священных писаний, всех просветленных личностей, это заключается в том, что служение Вайшнаву открывает врата в духовной жизни. Mahatsevam dwaram hovi muktes, tamodwaram yoshita sanghi sangam. But by associating with materialistic persons, who are attached to the material enjoyment with women, then the door to the darkness of hell opens. То есть служение, общение с вайшнавами открывает врата в райскую жизнь, а общение с обывателями, привязанными к женскому полу, открывает врата в ад. So a person who is focused on his worldly activities and his house without any vision of the soul and God, he is just like a foolish animal. Человек, не ведающий ничего о своей душе и не интересующийся Богом, живящий лишь только какими-то своими бытовыми утехами и занят предвзятый своим домом и семьей, он просто глупое животное. Now we come to this very important verse. Вот это очень важный стих. Lord Rishabdev is saying, Pumsastriya maituni bhavametam tayo mito ridya grantimahu ato kriya kshatra sutapta vittaya janasya mohoyam aham mameti. He's saying that Pumsastriya, male and female, он говорит, мужчины и женщины, maituni bhav, the attraction between male and female is the basic principle of material existence. Maituni bhav, вот это влечение между полами, это вообще корневая причина всего существования материального. Atma, the soul, has no relationship with material existence. Why is he here? Pumsastriya maituni bhavametam. On the basis of this attraction. Душа вообще ничего общего не имеет с материальной энергией. Почему душа тут оказалась? Вот по этой причине, вот этого влечения. So this maituni bhav, the sexual attraction, tayo mito ridya granti matu. Ridya granti means a knot in the heart. That is the ahankar, false ego. Вот это телесное влечение между полами, оно завязывает узел в сердце. So by this attraction, or two false egos, they become tied together. Вот это половое влечение приводит к тому, что два ложных эго связываются друг с другом, скрепляются. And then on the basis of this false ego, ato, after that, griha, this is my house, chitra, this is my land, Sutta, these are my children. Apta, these are my other family members and associates. Vitae, and this is my wealth and animals and so on. То есть вот это сильное половое влечение между полами создает союз двух ложных аханкар, двух ложных эго, а потом порождает уже всю вот эту привязанность. Мой дом, моя там страна, моя община, мои родственники, мои дети и так далее. Then janasya mohoyam aham mameti. Then that person is in moha, completely bewildered, always thinking aham mameti, I and mine, not related to the real I, but to the physical body and to the what he thinks are his possessions. Aham mameti, I and mine. That is the principle of moha.
bewilderment. Этот человек оказывается в полном заблуждении, и потом он всю жизнь жизни проводит на основе ахамма-лети. Я и мое, но не истинное я, относящееся к душе, а я его ложное эго, и все, что он думает, ему принадлежит. Mm-hmm. So you can see what station is playing in your mind. Прислушайтесь, на какую станцию настроено ваше внутреннее радио. What channel is on? На каком вы канале там? Mm-hmm. Что транслируется? MTV. What channel is playing here? Что играет в вашей голове? My house, my money. Мой дом, мои деньги. All these things going on all the time. And complete forgetfulness of Atma and the Supreme. Постоянно задний фон идет, это мое это, и мысли о Боге, о своей душе очень мало, редко появляются. So it's necessary to forget all of these things. Поэтому просто надо уже позабыть обо всем этом. At least when you chant japa. Хотя бы на время воспевания джапы. Just forget everything. Выключить эту радиостанцию в ахамма-мети и воспевать святые имена. When you die, you'll have to leave everything behind. Эту станцию все равно выключат за вас, когда придет смерть. So you should chant japa jivanasando as if you are about to die and leave everything behind. Поэтому полезно практиковать. Now there's no use in thinking of those things anymore. Репетируйте вот это состояние, отбросьте сами добровольно это мое и я мое и вот хотя бы на время джапы. Будьте в состоянии, вот вы знаете, сейчас смерть придет через мгновение. Completely be absorbed in the holy names. Проникнитесь этим состоянием, что все, я отпускаю уже, ничего моего нет. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Don't let any of those things come in your mind at all. И не позволяйте всему этому проникать в сознание, в свой ум. Then, when you finish chanting and you open your eyes, you see everything is still there. Ничто никуда от вас не убежит, пока вы на несколько часов отключились от всего, чтобы воспевать джапу. Вы откроете глаза, увидите, все там на месте. Everyone has to do something to live, so if you have family or anything, no problem. But take care of everything, but without attachment. То есть все равно в миру у каждого есть свои предписанные обязательства, обязанности, долг какой-то. Может, если у вас семья, то вы должны что-то поработать, позаботиться о семье. Делайте все это, но без привязанности. Even in Shastra it said even going to the toilet is part of Vaidhi Sadhana Bhakti. Даже в Шастре говорит, что сходить в туалет это тоже составляющая Vaidhi Sadhana Bhakti. Because of Chitta Swastya means the health of the Chitta. Chitta Swastya, то есть здоровье Читты. If you decide, I have renounced using the toilet. Потому что если вы попытаетесь отречься от использования туалета, then your prana will become disturbed and your jitta will become disturbed, then you cannot do any sadhana. То вам чуточку поплохеет, потому что все выйдет из баланса. Прана, читта и все будет там искореженное. So Shastra said, for chitta swastya. Because you need a healthy chitta to engage in hearing, chanting, remembering, serving. Беспокойствие читты, Шастра разрешает. And to have a healthy chitta, you have to go to the toilet. So therefore, even passing stool and urine is also those senses are being engaged in the service. Поэтому даже вот поход в туалет считается вайди садхана бхакти, потому что ради спокойствия и здоровья читты это необходимо. So we'll have to do some things to stay alive in this world. То есть и в туалет надо сходить, на работу иногда сходить тоже надо. Потому что это все необходимо, но просто без привязанности. Как ходите в туалет, так и остальные дела делаете, без привязанности. If you practice a sadhana every day, then this knot in the heart will start to become loose. Потому что если вы будете каждый день not fully, but it will start to будете серьезно исполнять садхану, вы почувствуете, вот этот узел в сердце начнет распускаться. Может, не сразу и не полностью, но полегче станет. So Rishabhdev said to his sons, when that strong knot in the heart becomes gradually loose, then one turns away from his worldly attachments. И Хусен Ришабдев говорит, когда вот этот I'm sorry again, when the knot becomes when loose, the that strong knot in the heart of ego becomes loose by practice,
Then the person turns away from his worldly attachments. И когда вот этот узел сердца начинает ослабевать потихоньку, то человек может легко отвернуться от всей своей мирской деятельности. And he gives up the basic principle of illusion, ahammameti. И тогда он с легкостью отстраняется от этого корневого принципа материального существования ахаммамети, я и моё. Ахаммамади парамо намни сопья парарикрит. The tenth offense to the holy name is to hold on to that idea. Ахаммамети, I and mine, related to the world. If we are holding on to that, then it's an offense to the holy name. So when the knot becomes slack, then one has to give it up and chant purely. На самом деле, удерживание вот этой концепции мировоззрения «я и мое» является десятой нам аппараткой, оскорблением по отношению к святому имени. Поэтому это надо от этого избавляться. Но вот когда этот узел слабеет, то легче становится расстаться с этой концепцией. So then, from the fifth canto, our Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is cutting the jungle. Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur прорубает вот эти джунгли наших анарх и привязанностей. Shukadev Goswami himself was cutting the jungle. Not Prakshit Maharaj is a pure devotee, but for others. And to prepare the devotees to enter into the 10th canto of Krishna's Leela. То есть чесаком духовной гьяны и Прабхупад и Шукадева Госвами сам прорубает вот эти анархии, эти заросли джунглей в сердцах не Парикшит Махараджа, но всех остальных слушающих вокруг, чтобы подготовить их к тому, чтобы они могли должным образом услышать десятую песню Лилы Шри Кришны. The first nine cantos of Shrimad Bhagavatam are mainly Gyan and Vairagya. Потому что первые девять песен Шримад Бхагаватам это главным образом Гьяна и Вайрагья, вот это чистка. Then you have the sweet pastimes of Sri Krishna in the 10th canto, then 11th and 12th canto again. Потом дается вот этот сладкий плод Лилы Шри Кришны в 10-й песне Шримад Бхагаватам и опять потом наслаивается вот эта Гьяна Вайрагья, 11-12-я песня, опять, чтобы трезвость ума была. Шукадева Госвами returns to that, to fostirata, to make the devotion more steady. То есть, чтобы стабилизировать преданность после победы в сладчайшей Лилы Кришны, Шукадева Госвами снова возвращается к Гьяне Вайрагье, вот эти 11-12-й песни, чтобы закрепить эту преданность и трезвость. Now we come to the sixth canto. Сейчас мы перейдем к шестой песне Шримад Бхагаватам. After Ajamil was freed from the clutches of the Yamadutas. После того, как Ямадуты отпустили Аджамила, you know, he had lived a very sinful life. Вы знаете историю этого грешника Аджамила. And in the last moment of his life, the Yamadutas came and put ropes around his neck, and they were taking him to hell. Он грешил на пропалую всю жизнь и последний. И когда он умирал, Ямадуты пришли, схватили его и тащили в ад. But he called out to his son. Но будучи привязанный к своему младшему сыну, Аджамил закричал Нараяна. And four Vishnu dutas immediately appeared there and cut the ropes, which were being pulled by three Yamadutas. И четверо Вишнудутов вдруг появились там, обрубили веревки, которыми связали трое Ямадутов Аджамила. He saw a very beautiful conversation between the Vishnu dutas and Yamadutas, glorifying the power of the holy name. Аджамилу посчастливилось стать свидетелем удивительного диалога, который состоялся между четырьмя Вишнудутами и тремя Ямадутами, и в разговоре прозвучала нам татва, то есть слава святого имени. So then the Yamadutas, they went back to complain to their boss, Yamaraj. Расстроенные Ямадуты пошли шефу жаловаться Ямараджу о том, что вот это все провалилось, их дело. That they'd been obstructed in doing their duties. Они были возмущены и расстроены, что им помешали забрать этого грешника с собой. And Аджамил, he wanted to speak to the Vishnudutas, but he was too much in awe. Но Аджамил, ему так захотелось поговорить с этими удивительными личностями, Вишнудутами, но он был в таком восторге, в таком благоговении от их присутствия. They were too pure and transcendental for him to interact with them, so. И не мог даже ничего сказать, слишком они были из такого чистого плана бытия, а он был таким грешником, даже рот не открывался что-то им сказать. Они просто исчезли оттуда. So now Ajamil was back in his body. Ajamil вернулся, то есть душа осталась в теле у него. Он выдохнул с облегчением.
I was dying and going to hell, but now I have a second chance. Он стал осмысливать, что со мной сейчас произошло. Он понял, что за ним пришли из ада, что его, что ему уготовано, и он понял, что сейчас ему дали второй шанс. So what did he do? Что-то путное сделать, достойное своей жизни, путевое. He didn't think, oh, I'm still alive. Он же не стал думать, а, я жив. I can go to that prostitute again. Снова надо сбегать к этой проститутке поскорей. No. Нет, он так не думал. Now he realized how he'd wasted his life. Нет. And he wanted to make the most of his second chance. Сейчас он наконец-то проникся пониманием того, что он всю жизнь творил, как он низко жил, и у него сейчас появилось желание реально поменяться. So then, in chapter 2 of the sixth canto. И во второй главе шестой песни Шримад Бхагаватам. Аджамел said. Аджамел говорит. Oh, because I was identifying with this body, I engaged in so many different types of sense gratification. Он объясняет, говорит, из-за того, что я отождествлял себя с этим телом, я постоянно вовлекался во всякие эти виды чувственного наслаждения. And by that I was bound by the laws of karma and going to hell. Таким образом, я настолько оказался повязан веревками кармы и просто скатился уже до ада. But from today, I will disentangle myself from this material bondage. Но с сегодняшнего дня я не собираюсь так больше жить. Я развяжусь опять от этой кармической. Which was caused by Bhagavan's Maya, illusory energy in the form of a woman. Do you remember how his problem started? Вы помните? И он говорит, я от этой удавки развяжусь, потому что в чем была его причина? Вы помните, как начались его проблемы в жизни? He was a young Brahmin boy. Вы помните, Аджамил был родом из прекрасной брахманской семьи. He went to the forest to collect wood for Yagya. Он был юным и порядочным. Он отправился в лес собрать дров для Яги. And there he saw one prostitute enjoying with the drunken sutra. Но в лесу увидел, как там союз проститутки с пьяным шудрой. Он просто стал свидетелем невольным. И вот это он увидел, и вот эта самскара тут же запечатлилась вначале глазами, потом ушла в сердце и осталась в сознании. And he could not get it out. И он как не боролся с собой, он это изгнать не мог изнутри. And gradually became out of control, and he fell down, and his whole life was ruined. Вот эта картинка for many years. Постоянно преследовала его и вызывала сильнейшие желания, с которыми он был не способен бороться, и позже это повлекло полное падение, там моральный крах, и он, стал очень порочным человеком. So just like a person in a desert looks and sees water is there, but there's no water, it's only a mirage. So in the same way, he realized, oh, when I was young and I looked and saw, it was a mirage. I thought, oh, happiness is there, but it was the illusory energy of the Lord. Подобно тому, как человек видит мираж в пустыне, ему там мерещится вода, но там нет никакой воды. Аджамил понял, что то, что я увидел, вот эту перспективу радостной, веселой жизни, это был всего лишь мираж. Это был обман полный. And he said, because of this I became so fallen, I was very cruel and wicked and mistreated others. Он подумал, even his own old parents. Ради перспективы, вот этой миражной перспективы веселой жизни, я стал полным негодяем. Я подло обходился со своими близкими, даже к своим престарелым родителям я относился ужасно. I became a dancing dog in the hand of that woman. Я стал танцующей собакой в руках этой куртизанки. But now I will give up all lusty desires. Хватит с меня этого вожделения уже. I will give up all attachment to illusion. Я не хочу больше быть привязанным к иллюзии. I will become very merciful and kind to all living beings. Я хочу быть сострадательным и добрым ко всем живым существам. And always be absorbed in remembering the Supreme Lord. Я хочу всегда помнить о Верховном Господе. Because I had this mentality of I and mine, aham mamayiti. К сожалению, я постоянно был предвзят с этим aham mamayiti. I was bewildered by external sense objects, but now I will fix my mind purely in chanting the holy name. Я находился под гипнозом этих материальных объектов этого мира, но сейчас я хочу все поменять в
своей жизни. Я хочу быть чистым и хочу думать о возвышенном. You know, how do you relish a drama? Как насладиться драмой? By sadharani karan. Наслаждение драмой приходит посредством садхарани каран. That means when you watch a drama or a movie, then you see the hero. And you identify, oh, that's me. I'm doing all these things. Как мы наслаждаемся кино? You enjoy because you're identifying with the hero or the heroine. Что? And what they are doing, you think you are doing. В чем удовольствие вот этой кино? Какое удовольствие предоставляет зрителю кино или спектакль? Это садхарани каран, что мы отождествляем с персонажами, и нам это нравится, что мы начинаем отождествлять себя с ними и сопереживать им, и жить как их жизнью. So in the same way, when you hear Srimad Bhagavatam, аналогичным образом, когда мы слушаем эти истории Шримад Бхагаватам, then you should somewhat identify with Ajamil. То тоже следует отождествлять себя с персонажами, то есть испытывать, вот сопереживать им и испытывать то, что они испытывают. And think today. И тоже себе взять на замет и сказать, с сегодняшнего дня, вот с 18 августа, в этот день Экадаши в Астрахани, я понимал, что я уже, у меня в ад готовился. То есть сегодня меня спасли из ада. I have a second chance. Мне предоставили второй шанс. And from today, I will give up that mirage. И поэтому с сегодняшнего дня я отказываюсь участвовать в этом мираже. And become fixed in the absolute truth. Я хочу identify with the feelings of Ajamil. То есть я хочу понять то, что понял Аджамил по-серьезному, вот испытать эту трансформацию, и я хочу, моя траектория это по направлению к высшей абсолютной истине, а не в ад. A little bit. Хотя бы немножко надо. Those who have diksha mode, they should stay in their own sambandha. То есть нам не нужна полная самбандха. То есть, конечно же, те, кто инициирует. Нам нужна самбанда наша личная, которую нам дали с мантрами, но все же вот эта способность сопереживать и прочувствовать, then, она важна. In the third chapter, the sixth canto, Yamaraj, he spoke to the Yamadutas who'd come back to him. И в третьей главе шестой песни Шримад Бхагаватам Ямарадж побеседовал с своими подчиненными, которые пришли жаловаться. The Paramahamsas always taste the sweet honey of the lotus feet of the Lord. Он сказал, Парамахамсы всегда вкушают нектар лотосных стоп Шри Кришны. So, you Yamadutas, you should bring to me for punishment any person who is averse to tasting that honey. Поэтому вы, Ямадуты, можете приводить и должны приводить ко мне на наказание всех тех, кто отказываются вкушать этот нектар. You should bring to me, Yamaraj, the god of death is saying, bring to me for punishment all those who don't associate with the Paramahamsa Vaishnavas, and bring to me all those who are attached to their family life and worldly enjoyment. Ямарадж, бог смерти, говорит своим подчиненным сотрудникам, говорит, так, давайте, тащите ко мне всех тех, кто не хотят общаться с парамахамсами и служить им. Тащите ко мне всех обывателей, всех этих материально настроенных людей, привязанных к своим семьям и работе. So now we come to the seventh canto. И теперь мы сейчас перейдем уже к седьмой песне Шримад Бхагаватам. Seventh canto, there we see that Prahlad Maharaj is instructing his classmates, the sons of the demons. В седьмой песне Шримад Бхагаватам описана жизнь принца Прохлада и его наставление, которое он дал своим одноклассникам в школе. So Prahlad Maharaj said to his friends. Прохлад Махарадж сказал друзьям. How can a person whose heart is always filled with the pictures of their family members give up the association and attachment to them? Прохлад Махарадж задает вопрос, он говорит, как может человек, чье сердце наполнено картинками, там, фотографии всех своих любимых и родственников, как он может избавиться от привязанности к ним? How can a person whose heart is filled with the pictures of his beautiful wife, smiling face? Как человек, в чем сердце там стоит портрет в рамочке его прекрасной супруги, которая улыбается and ему sweet сладко, words. И воркующим голосом что-то сладкое. And delicious cooking. И прямо слышит аромат ее вкусного борща. How can he become detached?
как он может отказаться, не быть привязанным к ней, когда она так вкусно готовит для него? In this way he is trapped in material existence for two senses: his tongue, because he likes to taste delicious food, and the genitals. Что, у него два якоря в этой материальной жизни: язык и гениталии. So then Prahlad Maharaj said this verse: Yan mai tunadi griha medu sukami tuscham kandu yanena karayo iva duka dukam tripyanti neha pripana bahuduku bhajam kanjuti vannanasi jambishaheta dira. The meaning is here. Майтун. Майтун. Снова слово майтун. Sex life is like the scratching to relieve an itch. Половая жизнь — это как попытка чесать, расчесывать то, что чешется, чесотку. If you have a skin disease and it's itching. Если у вас кожное заболевание, какая-то аллергия пошла по коже. Then you think, oh, I have to scratch it. И чешется, то очень хочется почесать. But then when you scratch, если вы начинаете, then it itches more. Расчесывать эти ранки, то чесотка еще становится. So you keep scratching and then it starts bleeding. Вы еще больше чешетесь, и уже кровь льется, там уже рана разодрана. And then you have to stop. А потом уже but понятно, что надо прекратить чесать, но все равно чешется. So Prahlad Maharaj said that sex life is like trying to relieve an itch. И вот Прохлад Махарадж говорит, что эта половая жизнь — это как попытки вот это угомонить вот эту чесотку. There is no possibility of satisfying this desire. Но невозможно это желание удовлетворить никак. Нет способа. And the sex is for procreation, making children. У секса, половой жизни, есть предназначение. Это прокреация, это создание новой жизни, детей. When there is sex for procreation, it's not contaminated. И это не является осквернением для человека вступать в интимный контакт с целью создать новую жизнь, продолжение рода. But the if it is not for procreation, then it will gradually become like addiction, like gambling or intoxication, becomes pathological. Но если секс не совершается с целью продолжения семьи, а просто как развлечение, как просто времяпровождение, то это уже становится опасным, осквернением и превращается со временем в патологию в полную. So tripyanti neha kripana, the creepiness. That is miserly persons. They're never satisfied, even though they try to enjoy again and again. То есть отвратительные люди, они сколько бы ни наслаждались, вот эти скупцы какие-то, мелочные люди, мелкие, они никогда не находят удовлетворения. But can duty vanmana sijam bishaheta dira? A person who is dira sober can understand that this desire is being produced by the unsteadiness of the mind. And so he'll tolerate until his mind becomes steady, then it will be good. То есть мелочный, мелкий человек, он всячески подтыкает тому желанию, но никак удовлетворить не может. А здравомыслящий, трезвый человек понимает, что это вот это желание, это порождение ума, и он его терпит просто. Не действует на этих стимулах. In the seventh canto of Srimad Bhagavatam, седьмой песни Шримад Бхагаватам, chapter 12, 12 главе, there is the Narad Muni is describing to Yudhishthira Maharaj about the that is called the Karma Panchadhyayi. Five chapters explaining about karma and varnashram dharma. Далее там Нарада Муни описывает Юдхиштхиру Махараджу пять глав карма панчаджая, то есть пять глав, описывающих карму, принципы кармы. So Narada Muni said, 7, 12, 6 onwards. Fully controlling his senses, a brahmachari should associate only as much as necessary with women or those controlled by women. Это предписание для брахмачари звучит, что брахмачари, контролируя свои чувства, должен на минимум полный свести общение, на крайний минимум свести общение с противоположным полом и с теми, кто находится, ну, под каблучниками, теми, кто находится под контролем или в плену противоположного пола. Нарада Муни said, a brahmachari
must rigidly avoid talking with women or about women. Брахмачари должен категорически строго избегать разговоров с женщинами или разговоров о женщинах. For the senses are so powerful they can agitate even the mind of a sannyasi. Потому что чувства настолько могущественны, что они могут возбудить ум даже саньяси. So then, he said this important verse, 7:12-9. Nandvagni pravada nama grita kumbha sama puman sutam api rahojayat anyadaya vadat krit. 7:12-9. A woman is compared to fire and a man is compared to ghee, a pot of ghee. Женщина подобна огню, а мужчина подобен топленому маслу. Therefore, man should avoid associating even with his own daughter in a secluded place. Посему мужчине следует избегать общения даже с собственной дочерью в уединенном месте. One should associate with women only for important business and not otherwise. Вступать в общение с женщинами дозволительно только ради каких-то важных там, ну, очень серьезных обсуждений, разговоров. Других оправданий этому нет. So this example is very very graphic. Вот это очень такой наглядный, яркий пример. One may think, I am very strict. Человек может считать себя очень строгим. I am detached from the sense objects. Человек может считать себя таким покорившим свои чувства. And I am very firm in this. И человек уверен, что с ним все в порядке, что он просто стойкий. Just like ghee, which is cold, is firm. Потому что топлёное масло при холодной температуре, оно тоже застывшее, это достаточно крепкое. Но вы эту баночку топлёного масла из холодильника перенесите, поставьте у включённой комфортки, и вы увидите, насколько это крепкое. Just melts completely. Всё растаяло там за секунду. So in the same way, if a man who is very firm in his vows will just associate closely with a woman, then the ghee will melt. He will become very soft and weak. Даже поэтому даже самый стойкий там порядочный мужчина, вот близко поднесите к огню общение женщины, он очень быстро растает. And mind will become restless. И ум станет куда many desires, not one. И тут же чита викар, всякие фантазии, желания, легкомыслие, фривольность и поехали. So Надриши said, as long as a living entity is not completely self-realized. Поэтому Нарадриша предостерегает, до тех пор, пока человек не достиг совершенства в самопознании. And as long as he is not independent of the identifying with the body. До тех пор, пока он полностью не пресек вот это отождествление себя с телом. Then he cannot become free from dvandva duality. То человек не может преодолеть дванву, дуальность. And dvandva duality is epitomized in the duality between male and female. А нет ничего более дуального, то есть вот это мужчина и женщина, вот эта полярность полов, это вот эта вершина дуальности. Vedanti tattvavidas tattvam yad jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. The supreme truth, known as Brahman, Paramatma, and Bhagavan, is Advaya. That means Advaya Gyan Tattva, non-dual reality. So as long as the consciousness is affected by dvandva duality, then one cannot realize the Advaya Gyan Tattva. Not Brahman, not Paramatma, and Bhagavan is very, very far away. То есть верховная истина, верховная абсолютная истина, которая известна как Брахман, Параматма и Бхагаван, она не дуальна. Поэтому до тех пор, пока сознание находится под влиянием дуальности, никто не сможет познать ни Брахмана, ни Параматму, ни Бхагавана. So unless one is a liberated soul, there is every chance that a person will become bewildered. То есть те, кто не уже полностью не перешел этот рубеж совершенства, да, самореализации у человека, каждый остается уязвимым, и всегда есть очень высокий риск, что человек поддастся соблазну. So what can I say? Oh, but I am not wearing saffron cloth. То есть кто-то скажет, ну я что не в шафране. I am not a brahmachari. Я не брахмачари.
I am not a sannyasi. И не саньяси. I am a grihastha, so then I can freely associate. Меня, я грихастха, с меня взятки гладкие. Я могу общаться с другими женщинами. Listen to the words of Narad Muni. Ну тогда прислушайтесь к словам Нарады Муни, дорогие. He said, all the rules and regulations that apply to a sannyasi equally apply to the householders. Он говорит, что все правила предписания, относящиеся к саньяси, относятся в такой же мере к грихастам. Thank you, Narad. Спасибо, Нарада Муни. Then, that's all. The grihastha, however, is given permission to associate with his wife at the period which is favorable for procreation. Но грихастхе дозволительно общаться с собственной женой в тот период, благоприятный для продолжения рода. So then, This is now Narad Muni continues to instruct Yudhishthira Maharaj. Наставление Нарада Муни продолжается Юдхиштхира Махараджу. Canto 7, chapter 14, which is entitled Ideal Household Life. Седьмая песня, 14 глава под названием Идеальная семейная жизнь. Very beautiful verse. Jayadyadarte swan pranan. Hanyadva pitaram gurum tasyam sattvam sriyam jayad yastena yajito jitaha. Narad said to Yudhishthira Maharaj. Narada Muni говорит Yudhishthira Maharaja. Sometimes a person is so attached to his wife and thinks that she belongs to him. Иногда человек настолько привязан к собственной жене, он уверен, что она его собственность. That he can kill other people. Он готов всех там убить других. Sometimes he's so attached he can even kill himself. Он готов даже на суицид из-за своей привязанности к жене. I've seen this in my life. Maybe you have also. Может, я сталкивался с этим в жизни. Я не знаю, наверное. Sometimes one man becomes so mad. Иногда человек he tries to kill someone else, or even he kill himself. Человек настолько помешан на вот этой привязанности, называемой любовью, что он готов и других убить, и себя убить. Narad Muni said to Yudhishthira Maharaj. Sometimes because of this attachment. Иногда из-за этой привязанности, говорит Нарада Муни. He can even kill his own parents. И родителей своих готов убить уже. Vapitaram guru. Sometimes he can kill his guru even. Даже готов гуру своего убить из-за привязанности. This is how bad one becomes. Так, такое помешательство. Возможно, на почве вот этого любовной страсти. Now the good side. Но плюсы тоже есть. That was the first two lines, now the second two lines. Там были минусы, сейчас там еще вроде плюсы какие-то были. So Bhagavatam always very beautiful like this. One telling the minus and the positive. То есть Bhagavatam сладко, там хороший полицейский плохой. So tasyam sattvam jayad yastena yajito jita means therefore, и посему, if one can give up this powerful attachment, если человек может преодолеть вот эту сильнейшую привязанность to such a wife, к такой жене, then he conquers the supreme personality of Godhead who cannot be conquered by anyone. Тогда он может покорить Верховного Господа, который не покорим ни для кого. Аджито джитаха. If you can conquer this, you can conquer God. То есть, если вы проработали эту сферу, то доступ к Богу открыт. То есть, вы покоряете Господа, если вы можете преодолеть вот эту слабинку. So this is very worthwhile. То есть, это достойное предложение, выгодное. Srila Bhaktivinoda Thakur try to be a hero in your own life. Bhaktivinoda Thakur говорит, будьте героем в собственной жизни. Be courageous. Будьте гражданским героем. If you can overcome this challenge, then God will surrender to you. То есть, если вы готовы принять этот вызов, то Господь, двери Господа открыты для вас уже. So then, Narada Rishi said. Narada Rishi сказал.
through proper deliberating on this subject very carefully. Wait a minute, it's my choice. I can go crazy with this woman and start killing everyone, or I can conquer God. Надо тому не говорить, поразмышляв об этих двух опциях, то есть один вариант, я сейчас рехнусь, всех там зарежу ради этой прекрасной дамы, или я проработаю вот эту свою привязанность и буду всегда с Богом. So in the next verse he says, through proper deliberation, то есть поразмышляв об этом, one should give up attraction to his wife's body, because that body will ultimately be transformed into the stool of small insects. И поразмышляв над этими двумя опциями, человек разумнее будет просто отказаться от привязанности к телу своей супруги, потому что это тело вскоре все равно станет испражнениями для маленьких насекомых или испражнениями маленьких насекомых. The stool of small insects or worthless ashes. Это или прахом станет, золой, или испражнениями мелких насекомых. So he said you should weigh this up in your mind on one side of the scale. Поэтому. The worm stool. На одну чашу весов вот эту золу или. And on the other side of the scale, the supreme personality, Godhead, who is all pervading like the sky. То есть на одной чаше весов у вас это горсточка. Make a choice. Испражнений мелких насекомых, на другой чаше весов своем Бхагаван, то есть Верховный Господь, выбирайте сами, что вы хотите. Тяжелый выбор. Hard choice. Трудно. Трудно выбрать. Надо думать, think about it and make the right choice. Надо думать, так вы задумайтесь, подумайте и выберите правильно. So then, Narad Muni said. Narad Muni продолжил. Santustaha kenava rajan nava teita pivarina o pascha jayvya karpanyat griha palayate janaha. This is chapter 15, verse 18. 15 глава, 18 стих. Narad Muni said, O Yudhisthira Maharaj, Narada сказал, a person who he is driven, instigated in his life, who is making all of his choices around the base urges of the tongue and the genitals, must accept the position of a household dog to satisfy his senses. Нарада Муни сказал, что человек, движимый в жизни импульсами, издаваемый языком и гениталиями, он достоин того, чтобы стать домашней собакой. So here, Нарадриши is speaking about a Brahmin. И речь сейчас идет о Брахмане. A Brahmin is supposed to be Атмарам, self-satisfied. Браману положено быть атмарам, самоудовлетворенному. If some food comes, he's satisfied. То есть если какая-то еда появилась просадом, он доволен. If no food comes, then he'll drink some water and be satisfied. Если нет еды, то он выпьет воды и все равно будет удовлетворен. Because he always remembers Supreme Lord in his heart, so he feels joy. Потому что он довольствуется, он радуется тому, что он всегда думает о Боге, то есть вот это, вот этим он живет. So a self-satisfied, he's saying, santushtake navarajan, navateta pivarina, a self-satisfied person can be happy just with water. Такой человек, он всегда удовлетворен, он доволен даже, если у него просто стакан воды есть. But one whose tongue and genitals are not under control, he becomes like a household dog. Но тот, у кого беспокойный язык и беспокойные гениталии, этот человек становится подобной домашней собаке. The purpose is this, that a Brahmin should never accept employment. То есть в чем тут суть, что брахману не дозволено наниматься на работу никогда, он нельзя работать наемно. A brahmin never works for someone else. Брахман никогда ни на кого не работает. They maintain themselves by whatever they do. То есть он выживает собственными усилиями. And they are satisfied with that. И довольствуется тем, что приходит. Because for a brahmin to accept employment from someone, this is compared to be like a dog is living in a house. Sometimes he has to bark and guard the house, and the master gives some food.
So employment is considered to be like becoming a dog. То есть идти на работу для брахмана это аналогично тому, как быть домашним псом, которому там или полаять надо, чтобы заработать там еды, иногда там хвостом повилять, чтобы порадовать всех, чтобы что-то хозяин там дал. То есть это позорное существование для брахмана быть наемным работником. Because a brahmin knows, oh, what is coming to me in this life is coming by karma, so nothing to do. Except for my brahminical duties of self-realization. Потому что брахману, ну, положено понимать атвагьяну, он знает все, что в жизни приходит, приходит по карме, не надо прилагать лишних усилий, чтобы что-то пришло. But if he cannot control his tongue and genitals and be self-satisfied, then a whole drama of life will unfold to fulfill those desires. Но если появляются слабости языка и слабости там нижних или там этих гениталий, то возникает проблема, потому что тогда хочется всего постоянно, тогда уже приходится наниматься куда-то, чтобы удовлетворять свои постоянные эти чувственные потребности. So then we come to the canto 9, ninth canto. Уже мы сейчас переходим к девятой песне Бхагавата. Chapter 6. Шестой главе. There is the history of Saubari Rishi. Там описана история про мудреца Saubari. Oh, look, how many histories are in the Srimad Bhagavatam illustrating this point again and again? Обширная тема. Смотрите, сколько примеров Шримад Бхагаватам об одном и том же. Saubari Rishi was meditating with half-closed eyes under water of the Jamuna River. Saubari Rishi совершал садхану под водой. Он находился полностью погруженный под водой с полузакрытыми глазами там в заливе Ямуны. And while he was meditating with half-closed eyes, one male and female fish, they were enjoying with each other, and they swam past his eyes. Там множество лет он сидел под водой, занимаясь своей практикой, и однажды этим полузакрытым взором он увидел, как там влюбленная парочка рыб проплыла мимо, там вовлекаясь в свои амурные дела. And then he began to think, oh, they're enjoying. И вдруг он подумал, смотри, влюбленные чем занимаются. But I am not enjoying. Подумал, так, им хорошо, мне нет. И только он это подумал, тут же все пузыри пустил. He came out of the water. И пришлось выплыть из and воды. And he went directly to the palace of King Mandata. И вот этот импульс, это желание такое было сильным, он понесся в ближайший дворец, там было царство царя Мандата, бежал во дворец этот. So this king had 50 beautiful daughters who were not married. А у этого царя было 50 красавиц незамужних дочерей. Mm-hmm. So he said, "Oh, please give me one of your daughters to marry." Saubari Rishi пришел на аудиенцию и говорит, дайте мне одну из дочерей в жены, пожалуйста. Mandata Maharaj said, "No, I cannot do that." Mandata сказал, да я так не могу сам решать. I am a king, and my princesses they will do Swayambara. У меня дочери принцессы, я за них не решаю, они сами выбирают себе мужа. Swayambara means when the princess she selects her own suitable husband. То есть принцесса на Swayambara сама выбирает жениха себе из кандидатов. So many handsome princes may come and fight with each other and have some kind of competition. То есть это смотрины для and then she женщины. May be attracted to one and select Swayambara, her own choice. Swayambara, his own choice. По собственному выбору. То есть приходят смотрины, эти рыцари сражаются там, показывают, на что они способны, и царевна, принцесса выбирает сама себе so when жениха. When all the princesses saw Saubari Rishi, но когда дочери, no one wanted to select him. Дочери царя Мандаты, принцессу увидели этого вылезшего из воды Saubari Rishi, они в ужасе были, они все разбежались в стороны, никто не собирался за такого замуж выходить. So then Saubari Rishi was thinking, Saubari Rishi подумал, I became very old during austerities for a long time. Я столько лет аскезы совершал, уже потрепанно выгляжу. Now my skin is slack and hanging. Кожа, коллаген на уровень упал в теле, там кожа свисает. My hair is white. Волосы посидели там. And my head is trembling. Тут дрожь уже какая-то. And so the king, he rejected me. That's why he said, oh, my daughters, they will do Swayambara. So the king has rejected me by this. Понятно, царь не заинтересован в таком взятии, потому что просто отговорки говорит, что жены сами, вернее, дочери сами выбирают, потому что выгляжу я как-то неприглядно. But from his very hard austerities in yoga sadhana,
by his Siddhi, mystic powers, he became young and strong and beautiful. То есть, когда он сделал это заявление во дворце, он выглядел как водяной какой-то, и никто не заинтересовался. Но у него был огромный запас мистических сил благодаря аскезам. То есть, он тут же тогда понял, что... He said, I'm going to make myself so handsome, even the damsels, the apsaras of heaven will want to marry me. И он раскрылся, думал, ах, раз вы так, да, я неприглядно выгляжу, он дрожал там, это в нервном тике, говорит, сейчас я преображусь, стану таким красавцем, что... Want to speak of these ordinary, the human girls. Не то, что эти жалкие там смертные девчонки меня пожелают, там сами эти апсары спустятся с райских планет, в очередь выстроятся за меня драться. So then by his mystic power became young and very beautiful. И тут же себе Тейджаса напустил в тело, там все омолоделось, такой шевелюра появилась красивая, стройная, статная. So then he came in the presence of all the princesses. И в таком уже преображенный предстал перед этими принцессами. So there were 50 sisters. 50 сестер там было. And these sisters had so much sisterly love for each other. Об души в друг друге принцессы не чаялись. Сестринская любовь такая сильнейшая. But when they saw the new improved Subari Rishi, they forgot all their sisterly love and started arguing with each other. Но девочки позабыли о этой любви, тут же как только увидели эту новую версию Subari Rishi, стали за него ссориться друг с другом. My dear sister, this man is not suitable for you. Одна сказала, так, тебе такой не годится, дорогая сестра. He's only suitable for me. Такой подходит только для меня. And they all began arguing with each other. Мой, другая говорит, нет, мой, и началась там семейная склока. So then, Subari Rishi, he could expand himself by his mystic powers. Subari Rishi сказал, не проблема, у меня есть дополнительные мистические силы, я могу распространяться там. Not only that, but he manifested so many beautiful clothes and ornaments for himself and for all of the princesses. Во-первых, он умел планироваться, то есть он создал 50, там еще 49 дополнительных копий себя, там насоздавал, манифестировал, проявил всякие ювелирные украшения, там одежды для себя. Все мантрой. By mantra he created beautiful palaces for them. Дворцы with beautiful gardens and lakes. С помощью мантры он настроил каждой жене по дворцу, там сады и фонтаны. Full of singing birds and swans. Живность всякую туда запустил, птиц, лебедей. And the sandalwood paste and flower garlands, everything. Там появились все парафиналии, там для романтики все гирлянды, косметика. He began to live and enjoy his life in all the beautiful things he created by mantra with his wives. И Субари Риши стал тогда вот жить, наслаждаться всем тем, что предоставила эта сила мантры, все, что он создал для себя, для жен. Мандата Махарадж. He had some pride. I am the emperor of the whole world. But when he saw the opulence manifested by Subari Rishi for his daughters, then he became very humble and thought of it. Мандата Махарадж всегда... I am nothing. Втайне гордился со своей империей, тем, всем своим достоянием. У него было такое эго очень ярко выраженное. Думал, но когда он увидел, сколько всего у зятя появилось, то он уже как-то был смущен этим изобилием и роскошью, как-то присмирел. So then, Subari Rishi was enjoying for many years. Да, много лет напролет Субари Риши жил в этой. But after a long time, he realized, I'm not feeling satisfied. Прошли годы вот этих утех, но потом он понял, что-то мне не радостно. This is the nature of material situations. Это природа материальных ситуаций. The grass is always greener on the other side. Всем кажется, что трава всегда зеленее там по другую сторону забора. Всем кажется, что где-то там лучше у других все. If you're on this side of the river, you think it's not so good, it's better over there. But when you go over there, no, it's better over there. Если ваш отель расположен на этом берегу реки, вы смотрите туда. Там покрасивее берег, там побогаче живут. Если вас переселить туда, вы посмотрите на это, сказать, нет, лучше, конечно, вернуться туда, там лучше. Where is it better? Где лучше? Yes. There is no satisfaction for the soul in this world because the soul is not material. Так как душа по природе нематериальна, она никогда довольна в этом мире не будет. То есть это, не складываются эти категории, тут нет ей радости, ни при каких обстоятельствах.
So Bari Rishi thought to himself. So Bari Rishi задумался. I am trying to become satisfied, but I am not satisfied. It is just like giving ghee in a fire. If you give ghee in the fire increases. So in the same way, my desires are increasing, and I am not feeling satisfied. Он думал, я ищу успокоения и какой-то вот радости, а на самом деле я как будто бы масло в огонь подкидываю все время, вот это разжигая свои страсти и свои желания, вот живя в таких обстоятельствах. So even in the midst of all the opulence, everything that you could want was there. But Subhari Rishi sat down to and meditated. And when he was meditated, he remembered, oh, those fish that swam past my eyes. То есть, и несмотря на всю эту роскошь, все это изобилие, все доступные удовольствия, Субари Риши решил сесть помедитировать. Он помедитировал, он припомнил этих рыбок, которые проплыли мимо. That was the beginning of all this. И он понял, да вот это и было началом всей вот этой жизни моей. I've been captured by illusion. Просто поддался на иллюзию, купился. And all the power of my austerity, everything I've been spending. И вот как дурак растрачиваю все эти годы, сейчас все свои мистические силы, все, что я накопил такими суровыми аскезами. So then he thought I should leave all of this. Он подумал, да ну это все, надо уйти поскорее. Because I am a soul. I have to engage myself in such a way that I can transcend this material existence and attain this spiritual world. Он понял, что все это никак не относится к нему самому, что никакого дела ему нет до вот этих и жен, и этих дворцов. Он понял, что пора расстаться с этой жизнью и действительно завершить путь своей практики самопознания. In his mind he was remembering everything. Он все это вспомнил. At first I saw the fish swim. Он вспомнил, восстановил эту цепь событий. Он говорит, я увидел, как эти рыбки проплыли мимо. Then I let me enjoy a little. И тут мне захотелось тоже вот так себя развлечь, порадоваться. And then I married. Потом я женился. 50 princesses. Ну, на 50 женах. And from each of them I had 100 sons, so now I have 5,000 children. Каждая родила мне по 100 сыновей, сейчас у меня их 5,000 в общем детей этих. This is my dynasty, 5,000. У меня большая династия теперь, приплод. I was thinking that I would be happy in worldly life. Это мне казалось, что я буду счастлив. But now I realize I am fallen and I have gone in my. Живя в мире, сейчас я понимаю, что я полный глупец, что я просто пал низко и сейчас нахожусь полностью под контролем иллюзорной. So then he decided, I will take Vanaprastha. Он решил, все, я ухожу Vanaprastha. So Vanaprastha means when the householder leaves all his social obligations and along with his wife goes to the forest. So Subhari Rishi went to the forest with his 50 wives. То есть Vanaprastha это процесс, когда, ну, как уход на пенсию, такой духовной жизни, что человек отставляет все мирское, с женой уединяется в лесу заниматься духовной практикой и, взяв своих жен, Subhari Rishi принял Vanaprastha, ушел. And there in the forest, Subhari Rishi again became absorbed in remembering the Supreme Personality of Godhead, and at the end of his life, he went to the spiritual world, and also all of his wives who were serving him, they were all liberated, and all the 50 princesses also went to the spiritual world. И он быстро стал наверстывать упущенное, то есть опять серьезно принялся за свою духовную практику, за садхану, снова стал получать откровения, реализации, и к концу жизни он успешно отправился в духовный мир, и все эти 50 принцесс тоже получили благо от того, что они совершали служение ему, они тоже. Поэтому тоже поразмышляйте о уроках вот этой жизни. Before you end up with 5,000 children. Пока у вас 5,000 детей не оказалось. This is ninth canto. Это девятая песня. Also in the ninth canto. Еще. There is a history of Lord Ramachandra. В девятой песне описана история жизни Господа Рамачандры. So this we'll discuss in the afternoon. И о Рамачандре мы услышим уже вечером.
Гантарачимад Бхагаватам ки джай. Прабхупад Шрила Бхактисиддханта Свами Тхакур ки джай. Джай Гаура Премананде.